эксцентриссимо. Американские богачи ждут апокалипсиса и покупают билеты на космические корабли. Арабские миллионеры верят в лучшее и покупают билеты на футбол. 500 миллионов рублей потратили катарские шейхи, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Один такой VIP-билет стоит от 1,5 до 3 миллионов долларов. Футбола будет за эти деньги предостаточно. 19 игр, в том числе матчи открытия, полуфинал и финал. Следить за играми шейхи будут из элитной ложи напротив середины поля. Если за 1,5 часа кто-то успеет проголодаться, ему поднесут изысканные блюда русской кухни, элитные напитки предложат, а на память пакет с дорогими сувенирами в Ламборгини занесут. Достойное утешение, ведь шансов увидеть свою команду в России у катарской элиты нет. Она последняя в своей группе и вряд ли пройдет в финал. В 2022-м мировой чемпионат проводит как раз сам Катар. Наверное, там в вип-ложах будут сидеть наши олигархи. Ведь дорогих мест для них на домашнем турнире не осталось. Простые же россияне интересуются больше не футболом, а сувенирными монетами, которые отчеканили к чемпионату. В интернете их спрашивают в 5 раз чаще, чем билеты на матчи. 25 рублей, чтобы прикоснуться к празднику футбола, найдется у каждого. Эксцентриссимо.